Сами себе режиссеры. Сотрудники полиции выявили группу мошенников, которая занималась инсценировкой дорожно-транспортных происшествий. Схема такова. После несуществующей аварии в страховые компании участники сговора подавали фиктивные документы о наступлении страхового случая. Уголовные дела возбуждены в отношении 4 человек. На свои автомобили они устанавливали заранее деформированные детали, давали ложные объяснения прибывшим на место сотрудникам дорожной полиции. За одной из таких аварий участники группировки получили от страховых компаний более 2,5 миллиона рублей. На другом ДТП они намеревались заработать около 1 миллиона рублей, но не успели. Компания отказала в выплате, и им пришлось обратиться в суд. Сейчас все подозреваемые задержаны. Мы говорим о мошенничестве в особо крупном размере, о покушении на мошенничество и во всех, естественно, такой квалифицирующий признак, как организованная группа. Возбуждено уголовное дело о даче взятки, то есть сотруднику полиции, который, инспектор ДПС, вернее, который приехал фиксировать обстоятельства имевшего якобы место дорожно-транспортного происшествия, они дали взятку за, ну, получение тех документов, которые они хотели бы видеть.